Что-то всех выпустили. Внимание, были нарушены условия задержания. Всему персоналу проследовать в Evacuation Shelter и ждать дальнейших распоряжений. Я не знаю, давайте. Что-то это проверим. Странно выглядит все. Блин, я выходил последний раз, чтобы камеру 173 чистить. Охренеть. И то еле пережил дерьмо. А меня к маске хотели отправить. А, кажется, мы маску с тобой вместе были. О, мне рассказывали. Этот страус, который, у которого еще длинный нос такой. Я хер знает, кто это. Да, я тоже общался с парнями, которые с ним, ну, которых кидали туда. А, окей, а... А где весь персонал? Странно. А эта что дверь была открыта. Кстати. Спросим, что происходит. Что случилось? Я... Мы не знаем, слышали? Двери открылись почему-то. Да, вы да. Вы слышали? Да. Мы, кстати, мы... да, я прослушал это персонал? Дерьмо. А мы персонал? Мы ну, считаемся персоналом? Бля... Знаешь, я договора уже 2 года не видел, здесь сижу. Бля, братан, так ты что понимаешь, это? То, что меня за наркотики сюда засадили? Я... О, да бля, брось, ребят, давайте... Что делать будем? Что делать будем? Я еще... Давайте попробуем выбраться. Вообще хрен знает, что это за фонд. Как минимум пойдемте хоть посмотрим. Блять. А это что такое? А на пизде за это не дадут? Кстати, да, здесь камеры стоят, парни. Они, возможно, нас видят. Эй! Можете объясниться, какого хера происходит, а? Ребят, тут... Это похоже... Даш, я не знаю, я руку прикладываю, не работает. Может, что-то другое? Может, ногу приложить? Это, да, кей-карт, блядь. Ну, пишет, типа, нужна ключ-карта. Тут, то есть, ни отпечатки пальцев, ни глаз, как-то... Ладно, в любом случае у нас все изымается, так что... У меня давайте попробуем найти кого-то из... Кого-то живого. Да. Надо выбраться. Надо... Кстати, а что эти обозначения значат? Может быть, мы по ним как-нибудь сможем найти что-нибудь? Так, подождите-ка. Решетка 914. Это, короче, SCP-914, класс объекта безопасный. Короче, я это, так понимаю, это обозначение каких-то объектов. CD-01. Говорили, что нарушены условия содержания, но этот вроде в клетке сидит своей. Ну там типа безопасный, может, потому что он им представляет каких-либо угроз. Да. Нет, ну если... Ох, блять, ёб твою мать! О, блять, не пугай. Немедленно вернитесь в камеру. Да, можете объясниться, что происходит? Вы не персонал, вы сотрудники Д. А... А в чем дело, док, все таки? Нарушены условия содержания. Почему все двери открыли? А как бы пообъявили... Тогда вопрос следующий. Я, конечно, не гений, но... а что, если мы не вернемся? Где весь персонал? В этом случае вас отправят как бы в тюрьму, досиживают свой срок перед смертной казнью. Да, тут как бы было объявление... Как бы вы подписали договор. Подождите, дело послушайте, том, что, это важно. Что будете следовать? Через 5 минут сказали, что будет консервация лайт-зоны. Я не знаю, что такое лайт-зона, но кажется, это то место, где мы сейчас, блядь, находимся. Мне кажется, что... А ты знаешь, что такое консервация? Я хрен знаю, что такое, но это можно догадаться. Но это значит, наша пера называется Кило-19. Сейчас у нас произошла экстренная ситуация. Наружу выбрались собака. Бля, парни, мне это очень плохо. Что здесь такое? Я не запомнил. Так что вот, нужно подкрепление МОК, потому что я думаю, что это капец. Блять, парни, ёб вашу ж мать. Ёб, подожди, вот, давай там справа проверим, меня, блядь. Не, это, конечно, охуенно. Это чё, выход, что ли? Блядь, ключ-карту нужна? Откройте. Пошли искать ключ-карту. Может, стекло разбить? Может, стекло попробовать разбить? Блядь, ты понимаешь, где мы находимся? Здесь явно пули непробиваемые стекла, мы их, блядь, ничем не пробьем. Что у нас, блядь, есть? Что-то не похоже, что здесь постоянно сражения идут. Так, я не знаю, что это такое. Ты, блядь, был там, где статуя, короче? Нет. О! Я попытался найти охранника. Ключ-карта. Ключ-карта нужна. Мы нашли выход. Нету.
Нету никакой карты. Блять, парни, подождите. С ученым? Давайте успокоимся. Я так понимаю, консервация. Это то, что эта зона, зона, она закроется нахуй. И как бы... Да. Есть шанс того, и... что она закроется и что-то произойдет нехорошее. По-любому что-то произойдет, всегда что-то происходит. Консервация, а, ребят, это как бы... А, мне кажется, тут Новый год скоро. Кстати. Ага, учитывая то, что меня заставили надеть эту, блядь, ёбищную шапочку. Мне кажется, этого в договоре не было прописано. Мне кажется так. Еще и вам, я так вижу, да? Заставили это. Я считаю, что да. Это повод устроить бунт. Ты видишь, у нас... Я слышал звук открывающейся двери, подождите-ка. Алло, есть там кто? Фух. Так, стоять, да. Что вы тут делаете? Мы камеры вышли открылись. Из камеры, они открылись. У нас есть вопросы, нам нужны ответы. Справедливо. Мы вас свяжем и отведем на одна выход. Одна минута. Что это сейчас было? Что это было сейчас? У нас, да, не ну, так сейчас, много времени. Так скажем, сейчас пустят газ. Так, связывайте. Я говорил. Пойдемте. Типа связали. Давайте. Вы научный персонал не видели? Ладно, нет, не видели. Подождите. Нет, давай типа связали. Так, ну-ка, отвернулся. Все, так, погнали. Вообще странно, куда все научные сотрудники. Мы видели одного, но он куда-то пропал потом. Я никого не видел. Он нам начал немножечко угрожать. Держи, давайте, и времени нет. Спасайте. Коллега, быстрей. В лифт и в люсе. Давай сюда. В общем, мы видели одного, он нам начал угрожать, а потом куда-то сбежал, сказал, что у него есть срочные дела, неотложные. Надеюсь, с ним все хорошо, мы найдем. Какую-то информацию он хотел скопировать, или что-то типа того. Ну, а что, пойду как поедить, единственные что? Люди, которые мы... А, вы как единственные люди, которые подождите. Мы встретили, мы вас... Я... Мы сейчас все в одной лодке. И я, так понимаю, SCP-объекты выбрались наружу. Я единственный только да. видел, вернее, два. А, первый — это статуя, которой, когда мы чистили ее камеру, у нас просили поддерживать незрительный контакт. И произошел один инцидент, по которой погиб один мой сокамерник. Второй объект, который я видел, это была машина какая-то. Ну, там было написано, что это машина. Я понял вас. Я так понимаю, эти SCP-объекты представляют угрозу, раз они выбрались наружу. Да, ведь слышите электрон? Что это система это... Система безопасности. А, подождите, да, собака. Да. А что за собака? Это тоже SCP-объект, не помню, как называется просто. Видел обычно такую. Бегает, наподобие, только в несколько раз больше. А, и там... Да. Есть какие-то рекомендации? Да. Не шумите, она вас не заметит. Да, мы с ней в контакт вошли, мы разделились. Кто мне как бы затих, и она меня в упор не увидела просто. То есть она реагирует на звуки и на движение? Да. Походу на то. Нужно найти информацию, прочитать. А у вас, вы же охрана, ситуация? У вас инструктаж должен быть, нет? Я вообще новенький, на самом деле. Да. Что еще хотел сказать? У нас что-то салаги. Слаги. Мы умрем. Парни, если вы нас вытащите не отсюда. Вам уже поменьк не было. В общем, схрон ваш. Там экстази, МДА. Что хотел еще сказать? Короче, есть какая-то странная особенность. Когда ты не двигаешься, но разговариваешь, собака тебя не слышит. Это тоже странно. Вот. Вот, все, пойдемте. Теперь вы оповещены, пойдемте. А у нас вообще есть какой-то план? Ой, сейчас осторожность, это система безопасности. Когда, ну, когда к ней подходите, да, она бьет раз, ну, раз, и у вас есть время пробежать. Вот, запомнили? Да. Вроде. Давайте, по очереди, по одному, аккуратно. Теперь вы. Блядь! Все, не боюсь их. Начало неплохое. Сейчас бы осталось только найти выход. Столько набегались, не так устали. Мне показалось... Наверное, показалось. Ничего. Наверное. Я то, что думаю. Опа-на. Mobile Task Force Unit Epsilon 11, designated Kilo 1, has entered the
Нам прямо сейчас нужно. Не, направо, по-моему. Напрямо, прямо надо. Я отвечаю. Коллега, доверьтесь мне. Я не помню, что тут выходили. Я работаю тут уже 3 месяца, хоть я тут давно не был, я примерно помню. Честно, не помню, чтобы тут проходили, ну ладно. Теперь узнаете? Получается, нет, есть теоретическая хотя, вероятность, да, что мы выживем, да? Ну, немножко, да. Даже большая, я бы сказал. Конечно, скорее всего, мы умрем. Но не будем о грустном. Ха. У нас ведь Новый год здесь, я так смотрю, по гирляндочкам-то. Да. Да. Может, это песню какую-нибудь? О, вас тоже заставили надеть эти уебанские шляпы. Let it snow, да, let it snow, let it snow. Охуенное предновогоднее настроение. Хотел бы я увидеть собаку, о которой вы говорите. Просто из любопытства. А я бы не хотел, честно скажу тебе. Вот тут Шелтер, возможно, тут ученый. Либо он так испугался и запечатался там. Точно не знаю. Э, алло, ученый! Пойдемте, там мог. Где-где? Свяжитесь с ним. Давайте побыстрее, девочки. Давай. Мы не можем сейчас дойдем, мы постараемся тут сидеть. Ух. Вы же сами сказали не быть слишком шумными и быстрыми. Тихо, назад, там собака. Стоп, назад. Все, тихо. Шурок за шурочком. Прижимайтесь к стенке. Снег. Вот, я о чем говорю. Видите, какая херня бегает тут? Хотел увидеть. Увидел. Тут Ля. Собака. Она у этого. Интеркома, слышите? Собаку интеркома. Прием. Выпустите нас скорее. Бля, братан, ныть уже поздно. Ты уже на пожизненное сел. Да, лучше уж пожить на пожизненном сидеть, чем умереть от какой-то твари. Правильно. Слушай, учитывая то, что мы здесь видели, нас вряд ли отпустят. Мы идем дальше дэшек. Пока потери нет. Ну, знаешь, я до сих пор не умер. И пока что не хочу. Тут как бы... Мы только что прошли мимо интеркома. Тут, знаешь, вариант два. Либо нас сейчас пристрелят нахуй, либо... А мы... До уборщика? Неплохо, и работа есть. Ну да. Потом ты будешь официальным уборщиком, а не Д-уборщиком. А есть шанс... Мы встретились с ним. Как-то продвинуться. Здравия желаю. Нашли только 3 живых. Здрасте. Да, есть. Ну, хорошо. Есть сведения о ученых? Нет, говорят, что их это не было. Мы видели одного. Очень давно видели одного. Да, никого не видел. Со словами, что нужно скачать какую-то информацию. Придурок. Я буду пойти вперед проверять пока, товарищ командир. Да, лейтенант, проверяй до гейта Б, доложи обстановку. Я буду замыкающим. Че вы сытите-то, пацаны? Че страшного-то? Ты ж паскуда, это красное. Что значит, чего страшного? Так, охрана. Расслабься. Достань свой стамворд и разгадывай. Не надо тут командовать. Ля, шо так помирать, шо так? Но лучше от пули, это быстрее. Так, дэшки быстро прошли. Ученые, пацаны, вот же он лежит. О, это он. Да, это он, я узнаю его лицо. Не повезло ему. А он еще нам угрожал. Проходим. Я пойду попробую. Да, хотел вас убить гадом, отравить. Останьте, стань. Съебываем. Д-класс убежал. Съебываем нахуй. Развяжите. Побег. Отлично. Блять, бежим нахуй. Че за хуйня? Бежим изо всех сил, блять. А я на дверу хоть выстрел. Не оборачивайтесь, блядь! Нас либо пристрелят, либо сожрет эта хуйня! Блядь! По нам уже ведут огонь, сука!
блядь.